На меня упал большой телевизор, он меня спас. В спальне. Его волной откинуло на меня. И плюс ко всему, стена не разрушилась с этой стороны через спальню. Потому что шкаф придавил. Если не шкаф, то меня под стеной привалило. Отсунули диван, достала нижнюю нишу, сына под диван, сама за диваном. Да, все скло было на диванах.